На момент смерти ему было 89 лет. На счету актера в общей сложности свыше 90 ролей в кино и на телевидении. В Риме умер итальянский актер Карло Джуффиа, получивший наибольшую известность благодаря роли в фильме «Пиноккио» режиссера Роберта Бенини. Скончался он 1 ноября, однако известно о смерти стало лишь сейчас. Об этом пишет The Hollywood Reporter. Актер ушел из жизни после продолжительной болезни. В ленте «Пиноккио» он сыграл создателя деревянного мальчика, плотника Джипетто. Картина вышла на экраны в 2002 году. Также одной из наиболее известных работ Джуффи является лента «Девушка с пистолетом», вышедшая в 1968 году. Она была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Точка.